Ну, здесь спрашивают, можно ли спасти человека, которого приворожили разным тяжелым черной магией, освободить. Освободить-то можно, но для этого нужно, чтобы человек это сам хотел. Обычно я всегда делаю, если я если вижу, что что-то напускное, я снимаю с человека то, что его заставило делать что-то, а потом человек уже, если у него остается что-то свое, то оно остается. Если не остается, не остается. Но опять-таки человек должен сам хотеть. Я не считаю, что вот нужно ходить и насильно заставлять его избавиться от того, что у него есть. Хотя, с одной стороны, сказал бы, хорошо, можно предложить человеку, сказать, хочешь, вот если что есть напускное, оно снимется, если ничего нет, ничего не будет. Но обычно это, опять-таки, я сторонник только тогда помогать, когда человек действительно достоин помощи, когда он хочет, чтобы он помог. Некоторых может даже устраивать такое рабство по некоторым причинам. Следующий вопрос.